27 ноября в Москве состоялась встреча главы Татарстана Рустама Миниханова с турецкими предпринимателями. Мероприятие было организовано одной из старейших бизнес-организаций на рынке России – Ассоциацией российских и турецких предпринимателей. Ее главная цель – развитие экономических, социальных и культурных связей. Члены ассоциации инвестировали порядка 10 миллиардов долларов в экономику России. Торговый оборот между Россией и Турцией в прошлом году составил 35 миллиардов долларов. И мы полагаем, что это только начало нашего пути, потому что экономика Турции и России полностью гармонично дополняет друг друга, и мы должны эту гармонию развивать и дальше. У нас нет никаких политических проблем между двумя странами. Более того, в современной ситуации Россия и Турция составляют прекрасный пример на фоне тех сложностей, которые сейчас существуют с другими странами мира. Посол Турецкой Республики высоко оценил уровень российско-турецких отношений. Исторические связи, дипломатические связи между Россией и Турцией существуют уже на протяжении 500 лет. И мы проходили через разные этапы в своем историческом развитии, но эти связи очень тесны, очень крепкие, разорвать их невозможно. И Россия с ее огромным экономическим потенциалом, так же как и Турция, является взаимодополняющим партнером. Мы должны делать все для того, чтобы этот потенциал гармонично дополнял и поддерживал друг друга. Глава Татарстана рассказал о возможностях республики. Своими конкурентными преимуществами Татарстан считает развитую инфраструктуру, низкие бюрократические барьеры и поддержку властей. Рустам Миниханов подчеркнул, что Татарстан и Турцию сегодня связывают особо теплые отношения. Турция – один из ведущих зарубежных наших партнеров. Занимает первое место по количеству совместных предприятий с иностранным капиталом. Их в республике сейчас с участием турецкого бизнеса 280. Объем турецких инвестиций составляет 1,5 миллиарда долларов США. Объем товарооборота между Татарстаном и Турцией в прошлом году превысил 650 миллионов долларов США. Четверть всех иностранных инвестиций в Республику Татарстан приходится на Турецкую Республику. По словам руководства, несмотря на высокий уровень взаимодействия, потенциал не исчерпан. В ходе мероприятия было подписано соглашение между Ассоциацией российских и турецких предпринимателей и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан. Как сказал Вестнику Кавказа, председатель Российско-турецкого делового совета Ахмед Паланкоев, ожидается, что в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Турцию будет достигнут ряд соглашений, касающихся сферы бизнеса.